А теперь возьмите, пожалуйста, самый главный измерительный прибор. Главнее этого измерительного прибора вообще ничего нет. Точнее, ничего нет. Я бы вообще запретила все исследования делать в медицине, все УЗИ, КТ и так далее, до тех пор, пока человеку не разъяснят значение его окружности талии. Берите свой самый главный в жизни измерительный прибор, это сантиметровая лента, и померите, пожалуйста, какая у вас талия. Тут баталии на каком уровне мерить. Мы берем самое узкое место между тазовыми костями подвздошными и вот этими свободными плавающими ребрами. В общем, когда живота нет, это круто. На вас сидят любые брюки, любые шорты. Наступают времена, когда вы начинаете выбирать одежду уже под прицелом. А как там живот не будет висеть? И люди начинают надевать какие-то балахончики, вот что-то так. Потом наступают времена, когда вы лежите, а рядом ваш живот, как домашнее животное лежит. Но вы начинаете вдруг замечать, что у вас кроме живота растет артериальное давление.